Добрый день. Забрал из Озона новую покупку свою, книгу издательства «Черная сотня», «Мозговой». Озон хорошо их пакует. Вот такая книга. Хорошая твердая обложка, даже есть закладка тканевая. Плюс вообще «Черная сотня», за что фотографии, закладка. За что люблю «Черную сотню» издательства, за то, что они не экономят на своих книгах. Книги выходят очень качественные, бумага, оформление. То есть это большой плюс. Автор Александр Жучковский был добровольцем во время войны в Донбассе. Написал целый ряд статей, посвященных войне с Украиной. Это вторая книга. Первая была посвящена обороне Славянска и действиям Стрелкова. Это посвящена луганскому полевому командиру Алексею Мозговому. Алексей Мозговой – это достаточно знаковая фигура, защищал Лисичанск, Северодонецк и трагически погиб, притом, естественно, было объявлено, что это действие украинских разведчиков, но было много различных теорий, почему и как он погиб. Сам он был очень интересным человеком, создателем одного из крупнейших луганских отрядов «Призрак», который действует до сих пор, воюет и воюет достаточно результативно. Но вместе с тем, насколько я могу судить, человеком он был себе на уме. Он не гнушался общаться с украинцами, высказывал достаточно крамольные мысли. Были у него истории, которые сейчас не афишируются, связанные с финансированием его отряда. Поэтому мне очень такой персонаж, из которого лепят рыцаря без страха и упрека, но вместе с тем, у которого были какие-то подводные камни в его истории. И вот мне интересно посмотреть, как Жучковский расскажет. Книга объемная, то есть будет ли это панегирик погибшему командиру, или попытка разобраться, что это за человек, почему он стал полевым командиром, что он делал, что он хотел сделать, что ему дали и что ему не дали сделать. Когда ее прочитаю, поделюсь с вами своими впечатлениями.